Выставка достижений животноводства в Гагаузии – это настоящий праздник. Еще в советские годы он ежегодно проводился в Чедерлунге. Правда, в период 90-х, когда хозяйства разваливались, выставлять на смотр стало нечего. Но вот уже 2 года, как ярмарка животных снова приурочена к празднику Касым, который проходит 8 ноября. На ярмарке выставляются различные породы крупного рогатого скота, свиней, лошадей, а также овцы, кролики, вплоть до декоративных птиц. Александр уверяет, что в 2008 году, начав с малого, стал заниматься производством мясомолочной продукции. Сегодня тамайское предприятие «Доксанком» имеет 420 ценных голландских коров, которые дают в сутки не менее 40 литров молока. Мы хотим расширить поголовье до 400 дойного стада и открыть еще одну ферму. Что вас подвигло заниматься этим видом? Незнание. Незнание, потому что если бы я был бы специалистом, я бы не занимался этим. Ну, к сожалению, так. А так Бог помогает, и мы уже освоили это, наняли специалистов на работу и идем вперед. Степан, как и большинство в селе Кангас, занимается выращиванием кроликов уже много лет. Считает их мясо выгодным, диетическим и лечебным. В профессии у меня сварщик, но с кроликом я занимаюсь больше 40 лет, с малых лет. И, например, как я заболел, только начал с ними питаться, я выздоровел, ничего у меня не болит. Вокруг выставки собрался и старый млад. По округе разносился шашлычный дымок. Детям раздавали бесплатные йогурты. На стадионах состязались спортсмены. Нравится этот праздник людям. Было красиво, очень красиво было. Есть на что посмотреть. А вы что-то дома держите? Держим. Кроликов держим, уточек, курочек. Выставка-ярмарка – это площадка, где фермеры могут встретиться с коллегами по производству, с консультантами, получить литературу и поделиться опытом, обменяться породами животных. Впечатления отличные. Есть что посмотреть, есть что оценить, к чему присмотреться, можно даже и что-то прикупить. Животноводство в Гагаузии шаг за шагом возрождается, но в одиночку это сделать трудно, поэтому фермеры края после таких встреч объединяются в надежде на партнерство и государственную поддержку. Именно создание мелкого крестьянского бизнеса, который даст возможность быстрее заниматься теми традиционными видами животноводства, которые были у нас на юге, Буджоки. Думаю, что через год-два можно будет говорить на конкретных примерах по всем отраслям животноводства. Я присутствовал и в прошлом году на выставку, и вижу, что есть сдвиги по сравнению с прошлым годом. Во-первых, есть много частных участников, желающих участвовать в этой выставке. Значит, правительство выделило 120 миллионов для крупного рогатого скота, именно на наиболее засушливые районы. Выделено с других общественных предприятий малообеспеченным семьям, именно владельцами коров. Стараемся, хоть что можно делать, действительно предпринимаются меры. Совместными усилиями в частно-государственном партнерстве станет возможным реанимация животноводства в Гагаузии, говорит глава автономии. Вчера буквально приехали с Израиля крупные предприниматели, которые попросили, давайте мы у вас закупим ягнят, давайте мы у вас будем ставить фермы, давайте будем... То есть интерес. И все люди, которые занимаются животноводческим комплексом, все люди, которые занимаются сельским хозяйством, они должны четко понять себе перспективу на ближайшие 20-30 лет, что эта перспектива позитивная, потому что в мире очень остро стоит проблема питания. Выставку животноводства в Чедерлунге считают общенародным праздником. Сюда съезжаются животноводы со всего края – Гагаузии, Тараклийского, Бессарабского и Чемишлийского районов.